Не секрет, что Иваново вскоре посетит Владимир Путин. Маршрут его будущего визита можно отследить по свежему асфальту и разметке. Ситуация, конечно, банальная и анекдотична, но это и есть ивановские реалии. Там, куда нога президента не ступит, стараться ни к чему. Например, на улице Шувандиной. Дорога кончается внезапно вместе с разметкой. Хотя в городской администрации поясняют, ремонт дороги с визитом главы государства никак не связан. Сделали тот участок, на который хватило денег. Возможно, капитальный ремонт будет продолжен в следующем году.